Привет, друзья! Это истинный исследователь. Хочу сегодня рассказать про антивирусы, которые я пользовался, который сейчас стоит. Пользовался последнее время Avast'ом. Это известный антивирус Avast. Там в нем и фаервол встроен, стена огненная для интернета. Можете ставить бесплатно, можете взломанную, но если ставите взломанную, саму версию качайте антивируса только с сайта официального. А ключ, например, можете уже подкладывать, либо код, но ни в коем случае нельзя саму программу качать со сторонних сайтов, иначе вы просто делаете бессмысленность. Антивирус, скачанный не с официального сайта, это бред, потому что там явно могут внедрить троянов и всякой ерунды. Поэтому Avast бесплатный, тогда либо платный, в нем, как я понимаю, фаервол появляется. В бесплатном, по-моему, нет фаервола. А Доктор Веб и Касперский русские не стоит ставить, потому что они бандиты. Ну, бандиты заправляют ими. Они когда-то были нормальными, русского производства. Сейчас это те же самые трояны. Ну, это известная вещь. В общем-то, мне ничего доказывать не нужно, кто не верит. В общем-то, и пофиг на него. Но уже тысячи данных были, что сама фирма сотрудничает с государственными структурами, а государство сейчас на данный момент, это вот май 2017 года, это и есть бандиты. Поэтому никакого смысла Доктор Веб, Касперский, еще какие-то, может, есть, не стоит. Авира немецкий, Avast чешский, по-моему. То же самое, хороший антивирус, стоял, бесплатный у меня. Ключ я не пытался ему подпихивать. Работает нормально. Единственное, что при какой-то файл находит, долго слишком полосочку этого определения запускает. Или я просто не разобрался, как ее убирать. Комода бесплатный, американский, США. Нормальный вполне. Никаких особых сбоев за ним не замечал. Стоял он долго тоже. Год и более. Сейчас я вот хочу рассказать, что сейчас поставил для интереса. 360 Total Security. Как я понял, это китайский антивирус, который использует несколько движков. Это хорошо. И облачную базу. Это тоже хорошо. Давайте посмотрим на него. Он бесплатный, но потому что функции предлагает еще кучу всяких платных. Они не сильно мешают. Рекламка иногда справа выскакивает. Ломать его не нужно. Ну, эту версию, может быть, там премиум какую-то будете ломать. Пока не требовалось. Вот главное окошко. Он показывает, что у него есть контакты. Да, веб-камеру можно блокировать. Если веб-камера у вас стоит, то чтобы не закрывать ее, не отворачивать, вот можно первый запуск ее контролировать. Первый раз такое вижу. Защита интернета, это, но это не фаервол. Ну, хотя бы такое, уже хорошо. Пятерочка. Защита системы, USB-носители, это то, что чиновники орут. Тупорылые у нас нельзя приходить свой с USB-флешкой. Ну вот, поставьте программку и все. Будет блокировать автозапуск. Ну, либо платную купите. Total Security 360. Так. Движок Bitdefender Avira. Их, по-моему, можно отключать. Блокировка сетевых угроз. Интересно. Все-таки есть фаервол. Полная проверка. Это не стоит делать, потому что он автоматически здесь с автозапуска выбирает нужные программки, например. Поэтому лучше посмотреть. Антивирус. Все работает хорошо. Движки облачный 360 Total Security. Это хорошо.
Управление систем не выключается, что ли? QMI. А, это их, наверное, движок. Или что-то еще. Что-то не очень понял. Bitdefender. А, у меня не включен. Почему включился не он? А, вот оба включились. Написали, что место занимает. Грузит она. Да, действительно грузит. Сколько места, я не знаю, занимает. Прикольно, несколько движков. Этого включил. Главное, чтобы немного грузил. Ускорение. Вот здесь смотрите все внимательно, потому что некоторые нужные пункты. Какая-то программка, вот это можно отключить. Networks. Я использую, это показывает скорость интернет. Хорошая программка, бесплатная была до версии 554, в версии 6.0 платная стала. Не ставьте 6.0, 554 ставьте. И трафик еще меряет. Рим загрузки вручную. То есть здесь просто смотрите сами. Автоматически он постирает всякое нужное. Очистка тоже неплохо, только плагины. Нужные тоже может отключить. Это не стоит включать в браузере. Мгновенная установка. Какие-то программки предлагает ставить, как я понял, рекламные. Ну, у меня же стоит это VLC. Зачем он мне предлагает опять? WinRAR платный мне не нужен. SimZip, круто. SimZip хорошо. А потом он будет следить, что ли, за обновлением. Это браузера. Ага. Неплохо. Но это, как я понял, в систему, которая установлена. Я портативно использую. Brandmauer. Вот он. Самого у него нет 360 security. Он Glasswire предлагает. Это американский, по-моему. Glasswire. Но он в усеченной версии, вообще, как я понял, он только вот показывает, а больше ничего не делает. Заблокировать я почему-то ничего не могу. Вот, убираю какой-то. И, оп, никакого меню, ничего нету. Не могу заблокировать. А если вот это включать... Firewall включает. Firewall, я думал, он этот включает, Glasswire, а, как я понял, включает Windows-овский. Вот он пишет. А какой смысл? Сейчас он только информацию показывает. Вот я включаю. Как будто я заблокировал, да, Firefox. Но я включил Windows-овский, как я понял. Вот я его выключаю, и все. А этот Glasswire не работает. А что он тогда делает? Только вот активировать, приобрести, и я ничего не могу. Ну, заблокировать, может, только могу. Инкогнито, это работает? Ну такой, в общем, лучше ставить какой-то сторонний, надо бесплатно искать. Информация подробная. Это прикольно. Опять видите, предлагает купить. Уведомление. Что с этим можно делать? Ничего я не могу сделать. Не заблокировать. Чего? Графичек прикольный. Картиночку даже можно сделать. Круто. Фотку. Так что вот расстраивает, что в Brandmauer фаервола нету. Скорее не игр. Не нужно мне уязвимости. Прикольная фигня. Просто Windows-овские обновления здесь выскакивают нормально. Защита документов. Блин, как
Ставить надо было, я не понял. Закрыл уже. Реестр. Давайте сейчас посмотрим. Так, так, так. Лучше отдельно, конечно, программку поставить. Ага. Все. Песочница. Угу. Так, ага. Круто, да. Какую-то программку скачали в песочнице. Это круто. Но если она работает. Коннект, что это? А, соединяться с телефонами я пока не использую. Угу. Интересно. Очистка. Что-нибудь найдет? Чистка это полезно. О, папка SXSXS. Блин, ненавижу я. Восстановление. Я ж, по-моему, восстановления ничего не было. Круто. Тут точки восстановления Windows у меня не делаю. Я делаю отдельно. Акронисом. True Image. Несколько минут. О, гигабайт, гигабайт. Освободил, круто. Жития диска. Думаю, это не нужно. Пока что не нужно. Ага, это в метро, что ли, что-то пихать? Опять браузер запускает это. А, скачать и установить. Ну, круто. И защита, да, тоже скачать. Ну, скачайте. Если они будут бесплатные, то круто. В общем-то и все. Так, настройки. Работает быстро. Я не заметил, компьютер у меня простенький, сильно не грузит. Вот настройки. Вот премиум. За счет этого он и бесплатный. Там люди покупают. Стоит 10, 600, 700 рублей. 700 рублей в год. А эти, по-моему, 900. Все эти Касперские всякие, по-моему. Или 1200 даже. Ну, даже подешевле. Ну, что-то все нормально. Единственное, фаервол расстроил. Все-таки простенькие могли и должны были вставить. Вот такой вот 360 Total Security. Мне показался несколько дней использовал хорошим. Кроме него, я как сказал, можете ставить Avast и Комода. И Авира еще. Там платные и бесплатные, уже сами решайте. Если взломанные, как я объяснил уже, только введением ключа, если получается, иначе не надо. Безопасность очень важна, даже если вы не какой-то там особый человек, все равно важна. Нужные файлы просто храните на отдельном диске, периодически его подключайте. Это самая лучшая защита, ничего сложного в этом нету. Либо резервное копирование. Вот резервное копирование делается самой системы Acronis True Image, там можно и файлы делать, но файлы я пока не делаю, сам перетаскиваю. Хотя надо уже автоматически лучше бы сделать, попробую, расскажу. А, и сама система, то что сейчас вылез троян этот элементарный, и людям все через службу доступа к СМБ, сам бы там общим файлом заблокировал компьютеры, МВДшникам всяким. Действительно проблема это. И просто систему обновления все скачивайте, либо поставьте просто автоматическое скачивание только про безопасности, важных параметров безопасности и все. Ну и система, чтобы меньше скачивать, сейчас вот у меня стоял 8.1, сейчас стоит 10, это одно и то же.
8, 1, 10, 7, все ставил, просто с 10 меньше обновления скачиваешь, никакой разницы. Ни быстрее, ни медленнее она не работает. Ну, по сравнению между там 8, 1 и 10. Ну, вот в этой хотя бы меньше. Меньше обновлений надо скачивать. Хотя все равно придется кое-что докачивать. На этом все, ребята. Занимайтесь безопасностью. Это про антивирусы я рассказал. Потом шифрование диска уже в следующие разы расскажу. Ну и сами, конечно, пробуйте, тестируйте антивирусы. Их много, но на самом деле нормальных не так уж и много. Те, которые мне на глаза попались, я рассказал. Всем пока. Слава прогрессу. Был истинный следователь.